Оздоровительный центр «Брестовочка-баня» находится в восточной части нашей страны в нескольких километрах от города Бор. Здешние термоминеральные источники возникли благодаря вулканической деятельности и сложному геологическому составу почвы, а температура воды в них достигает 40 градусов Цельсия. Целебные свойства олигоминеральных вод с успехом используются в лечении хронических заболеваний суставов и мышц, а также при травмах костных тканей. Воды оказывают благотворное воздействие и при лечении кожных, почечных заболеваний и нервных расстройств. Минеральная вода применяется для питья в виде общих и местных ванн, орошений, ингаляций, а в физиотерапии как вспомогательное лекарственное средство. В оздоровительном центре «Брестовочка-баня» находится 10 минеральных источников. В «Брестовочка-бане» есть несколько гостиниц и несколько вилл, в числе которых и вилла «Топлице», центр медицинского корпуса, которая была построена по желанию короля Петра I Карла Георгиевича. Оздоровительный центр порадует не только комфортабельным размещением, но и живописной природой. Лесные тропинки идеально подходят для пеших прогулок, а есть и те, что ведут к лежащему неподалеку Борскому озеру, где летом приятно искупаться. В этих краях расположена Излотская пещера, подземные коридоры которой, по мнению спелеологов, по своей протяженности превосходят коридоры всех пещер в Сербии.